Привет, меня зовут Юрий Занин, я руководитель команды SuperUp, мессенджера VK Teams. Мы как продукт действительно круче многих конкурентов разных цветов, потому что, во-первых, мы держим большие нагрузки, мы разрабатываем свой продукт, исходя из того, что нами пользуются миллионы и миллионы пользователей. Если это большая компания, корпорация, и у нее сложная схема коммуникации, мы всегда можем их обслужить, при этом все будет работать как часы. На самом деле, вызовов очень много, потому что технологии бегут вперед, у нас появляются новые игроки, ребята развиваются, нам надо тоже соответствовать. Меняется железо, меняются телефоны, у нас экраны становятся больше, процессоры становятся мощнее, мы можем обеспечить более высокое качество видео или связи, нам надо над этим постоянно работать. Мы пытаемся всегда оптимизировать нашу работу для того, чтобы за меньший ресурс получить лучший результат. В данный момент мы ищем QA инженера, который сможет заниматься как ручным тестированием, так же и пойти в автоматизацию. Это всегда приветствуется. Вот. А также мы ищем бэкэнд-разработчика на языке Go. Три основных направления, которыми мы занимаемся, это, как я уже говорил, платформа SuperUp, это бот API, то есть все, что связано с ботостроением, то есть не сами боты, а API для того, чтобы боты были возможны в нашей системе. И это авторизация. Что меня, в принципе, зацепило в этой компании, я много где поработал в свое время, несмотря на то, что очень много работы, есть и где отдохнуть, чем заняться. Приглашаю всех работать к нам в VK Teams, приходите, у нас классные коллеги, классные HR, мы увидимся на интервью, а потом и на рабочих местах.